что, конечно, наша жизнь называется, можно сказать, крестом. Крест, который дает Господь. И не у каждого он одинаковый. У одного человека он тяжелее, у другого легче. Но Господь дает по силам. Дает по силам крест и дает силы пронести этот крест. И чтобы черпать эти силы, мы черпаем от источника всего то, что Господь дает, от самого Господа. И действительно мы видим, вот я часто вижу людей, которые духовно крепки. Почему? Потому что они с Богом. Потому что они обращаются к своих молитвам к Господу, просят помощи. И не только Господь дает им силы, чтобы им самим жить, но они поддерживают других и словом, и делом. И вот действительно хотелось бы, чтобы и мы старались бы черпать силы у Господа. Эти силы черпаются в молитве, в обращении к Господу, в общении с Господом. И пусть этот праздник тоже будет общением с Господом. Я хотел бы попросить тут приготовленные свечи, чтобы их раздали желающим, потому что свеча – это символ, символ молитвы. Здравствуйте, люди мои дорогие, умные, добрые, честные, злые. Всех нас сегодня к себе приглашает, будут вам песни и публики в чай. Спасибо, что вы радуете нас с вами. Нелетающий, летающий, понимающий, мечтающий, говорящий, молчащий, не дающий, горящий. Моя умничка. Давай. Любящие люди будущего и без будущего, если не было, так будет еще, все еще впереди. Если не было, так будет еще, все еще впереди. Однозначно, старости, видимо, меньше удачи. Так уж положено, а не иначе, каждый решает жизни задачи. И летающий, 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 говорящий, молчащий, не горящий, горящий, не влюбленный, любящий, люди будущего и без будущего. Если не было, так будет еще, все еще впереди. Если не было, а главное в жизни, поверьте, надежда, цель и надежда, а не одежды. Каждый сметает на свой низ, каждый решает, каким ему быть. Каждый мечтает, кем ему стать, ножками копать. Thank you.